Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Не думал, что когда-нибудь вернусь на это кладбище. Рассказывай, Мэтт. Доминионцы восстановили энергоснабжение на старой железной дороге. Они явно что-то ищут в развалинах. Все найденные на раскопках ресурсы и металлолом грузят в составы и отвозят на центральную перерабатывающую станцию. По нашим данным, сегодня туда должны доставить некую очень ценную находку. Она в одном из этих составов. Но, к сожалению, поезда защищены от сканирования, поэтому не могу сказать, в каком именно. Придется перехватывать все, какие сможем, и надеяться на удачу. Надеяться на удачу? Это не похоже на старину Мэтта Хорнера. Если у вас есть более надежный план, я готов выслушать. Поздно, Мэтт. Я уже весь в предвкушении. Ну что, айда грабить поезда? Старина Тайкус будет на седьмом небе от счастья. Недостаточно минералов. Как скажешь. Сэр, я заметил в холмах несколько машин Конфедерации. Похоже, солдаты Доминиона еще не прибрали их к рукам. Да это же аспиды. Я думал, их разработку свернули. На них должны стоять электромагнитные пушки. Они любой поезд разнесут. Загружу их чертежи в базу данных арсенала. Осмотрите окрестности, сэр. Там могут быть и другие машины. КСМ готов. Пристройка завершена. КСМ готов. КСМ готов. Что стряслось? Кого подлатать? КСМ готов. Есть работенка. А? Чего пугаешь? КСМ готов. Поезд выходит из северо-западного туннеля. Вооружен и опасен! В кого стрелять? Жду! КСМ готов! Кому навешать? Я готов! Вот это мне нравится!
Победа наша! Давай, удиви меня! Так точно, сэр! Отличная работа, сэр. Найденные в поездах ресурсы мы можем использовать для экипировки и обучения войск. Коварно. Победа наша. Вооружен и опасен. Что стряслось? Что происходит? Да! Понял. Требуются дополнительные хранилища. Что у тебя на уме? Сюда! Поезд выходит из западного туннеля. Смотри-ка, Джимми, теперь они отправляют поезда с сопровождением. В кого стрелять? Выдвигаюсь. Кому навешать? Вытащите меня отсюда! Я готов! Командир, по каналам связи Доминиона идет оживленный обмен данными. Скорее всего, они планируют атаковать нашу базу. Будьте готовы. Вытащите меня отсюда! Лев, в кого стрелять? Режим готов!
Каков наш план? Выдвигаюсь. Победа наша. ТСМ готов. Конечно. С удовольствием. Поезд выходит из южного тоннеля. ТСМ готов. Я готов. Что у тебя на уме? Отлично. Коварно. В кого стрелять? Это наша. Вот это мне нравится. Доминионцы строят бункеры для защиты путей. Будьте осторожны. Что происходит? ТСМ готов. Высылайте подмогу. Коварно. В кого стрелять? Отлично. ТСМ готов. Чего пугать? Вытащите меня отсюда. ТСМ готов. Кого подлатать? ТСМ готов. Выкладывай. В кого стрелять? ТСМ готов. Поезд выходит из западного туннеля. Победа наша! Конечно! Вот это мне нравится! ТСМ готов! Твою! Выдвигаюсь! Отлично! Коварно! С удовольствием! Высылайте подмогу! Победа наша! Конечно! Вот это мне нравится! Я готов! Выдвигаюсь! Каков наш план? Отлично. Коварно. С удовольствием. Приказы будут? В кого стрелять? Что происходит? Ага.
Отлично. С удовольствием. Победа наша. Выдвигаюсь. Вот это мне нравится. Конечно. Победа наша. Выдвигаюсь. Вытащите меня отсюда. В кого стрелять? Вот это мне нравится. Отлично. Коварно. Конечно. Говори. Жду. Победа наша. С удовольствием. Выдвигаюсь. Отлично. С удовольствием. Респеновый гейзер иссяк. Поезд выходит из северо-западного туннеля. Я готов. Кого стрелять? Каков наш план? С удовольствием. Отлично. Коварно. Вот это мне нравится, а? Выдвигаюсь. Конечно. Жду. Победа наша. С удовольствием. Кого стрелять? Вытащите меня отсюда! Коварно! Вытащите меня отсюда! Выдвигаюсь! Железнодорожные пути теперь патрулируют отряды Доминиона. Вижу крупные группы мародеров. Я отмечу их местоположение красными маяками. Постарайтесь не связываться с этими парнями. Выдвигаюсь. С удовольствием. Коварно. Я готов, а? Каков наш план? Жду. В кого стрелять? Кому навешать? Что у тебя на уме? Вот это мне нравится. Победа наша. Отлично. Конечно. Поезд выходит из западного туннеля. Доминионцы увеличили скорость поездов. Но от аспидов им не уйти. Вот это мне нравится. Что у тебя на уме? Конечно. Выдвигаюсь. В кого стрелять?
удовольствием. Я готов. В кого стрелять? Что у тебя на уме? Брось в дороге! Вот это мне нравится. Что стряслось? Ура! Сверхурочные! Кто на новенького? Задавим их интеллектом. Окей. А что? Конечно. Кого стрелять? Коварно. Требуются дополнительные хранилища. Вытащите меня отсюда! С удовольствием! Требуется помощь. Отлично. Месторождение минералов выработано. Вот это мне нравится. Выдвигаюсь. Говори. База атакована. Коварно. Давай, удиви меня. База атакована. В кого стрелять? Жду. Поезд выходит из северо-западного туннеля. Говори. Конечно. С удовольствием. Каков наш план? Кому навешать? Я готов. Что? Брось в дороге! Месторождение минералов выработано. В кого стрелять? Коварно. Вот это мне нравится. Конечно. Леспеновый гейзер иссяк. Отлично. Победа наша. Давай, удиви меня! Коварно!
чертенка. Будет сделано. Говори. Поезд выходит из западного туннеля. Кажется, обогащенное топливо у Доминиона кончилось. Но теперь за составами ходит целая армия. Не нарваться бы. Беда наша. Кому стрелять? Месторождение минералов выработано. Сэр, среди обломков замечен источник электромагнитного излучения. Давай-ка посмотрим, что за ценный груз они так спешили довести до пункта назначения. Адъютант 2, 3, дефис 4, 6. Включен. Системная запись. Программа защиты нового Геттисберга. Введите коды доступа. Вот тяна. Это же древний адъютант Конфедерации. Зачем, интересно, они ее выкопали? Что ей известно? Сэр, найденный нами адъютант сейчас в лаборатории. Его починили и подключили к питанию. Давай-ка поговорим, старушка. Что тебе известно? Личность установлена. Рейнер, Джеймс, шериф в отставке. Колония Марсара. Вступил в террористическую организацию «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Хватит обо мне, дорогуша. Что еще хранится в твоей синтетической башке? Статус пользователя. «Преступник». Доступ закрыт. Что, строишь из себя недотрогу? Ничего, я еще вернусь. После ограбления на ностальгию пробило? И не говори. Помнишь Шейл Экспресс? Мы ведь раз 10 грабили его, наверное. И ведь не надоедало, а? Ага. А потом они пораскинули мозгами и послали за нами мотоциклистов. Нас ведь тогда чуть не прибили. Да ни один из них нашим стервятникам и в подметке не годился. Знатно мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Поезда ограбим, значит? Сделаем мы из тебя пирата, мистер Рейнер. Мои ребята всегда готовы помочь. Точно по курсу. Ох, что ж так подкрадываешься? Как обычно. Угостить вас, сэр? Ну, разве ты не зайчик? Забавно. Иногда до сих пор чувствую себя копом. Только теперь у руля плохие парни. Давай-ка обсудим дела. Я же его на Марсаре оставил. Как это... Тайкус? Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к власти неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. К
Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнар начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнар, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Развелось тут критиков. Джим, поговорите со мной. Что случилось на Тарсонисе? Я вижу, что воспоминания причиняют вам боль. Тарсонис. С него все началось. Менгск выкрал пси-излучатель у конфедератов и установил его на планете. Он знал, что это привлечет зергов, и... В тот день началась наша революция. В день, когда Менгск уничтожил целую планету и назвал это справедливостью. Боже, миллиарды невинных людей, это... Это чудовищно. Неудивительно, что вы его так ненавидите. Личность установлена. Рейнар, Джеймс. Нет. В общем... Но... Последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральны и к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяньи мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док. Да-да, старые добрые деньки, грабежи поездов, бодрячком и все такое. Кстати, теперь я умею клепать аспидов. Я ищу эксперта-дешифровщика для взлома адъютанта. Пока безуспешно. Да ну. Полковник Орланд в мертвецком порту взломает что угодно. Давненько я там не был. Слушай, а в тот раз у тебя дошло до женитьбы? Что-то я не помню. Я же говорил, если бы я знал, какая будет ставка, я бы тогда ни за что не сел играть. Просто не переношу сцены воссоединения влюбленных.
нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип. Но он единственный, кто сможет взломать этот код. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джин, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Мёбиусам нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов. Но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность. Вот, собственно. Морг, а не планета. Все обитатели этих руин отдали Богу душу много миллионов лет назад. Перед тем, как связь пропала, разведкоманда Мёбиуса успела доложить об излучении, которое исходит вон от той каменной громады. Чтобы извлечь артефакт, ученые даже притащили чумовую лазерную установку. Лазерную установку? Это не установка, а монстр какой-то. Если в распоряжении разведкоманды была такая техника, боюсь предположить, что могло стать причиной их гибели. Думаю, скоро мы это узнаем, партнер. Будьте начеку. Мы не знаем, кто их убил. Мы теряем время. Вооружен и опасен! Опять тираны-грабители! Священные тайны этого места не предназначены для чужаков. Вы заплатите за вторжение своими жизнями! Так, теперь мы знаем, что случилось с предыдущей экспедицией. Круто! Стоять! Если мы сунемся к протосским пушкам, от нас мокрого места не останется. Свон, ты обещал осадные танки, где они? Не суетись, горячая твоя голова. Сейчас будут. Снимут эти пушки с безопасного расстояния. Что за спешка? Эти осадные танки работают по старому принципу. В режиме осады бьют дальше и мощнее. Но в режиме осады они не могут передвигаться. Если захочешь их переместить, включи режим танка. Все ясно. Давай, удиви меня! Чем порадуешь? Задавим их интеллектом! Жду не дождусь! Говори громче! Приказ полу... Приказы будут? Так точно! Превосходно! Выкладывай! Кому навешать? Нужно установить танки на возвышенности. Они разнесут этого сталкера в клочья раньше, чем он дойдет до нас.
Точно! Есть, сэр! Куда стрелять? Ну, вперед! Вперед! Приказы будут? Что такое? Давай, удиви меня! Получен доступ к локальной сети базы фонда Мёбиуса. Расшифровка кодов безопасности. Передаю вам контроль над строениями базы. Зажигай! 174 гигаватта. Вся мощь солнца у нас в руках. Направляй эту штуку на ворота. И поехали. Установка в хорошем состоянии. Чтобы просверлить ворота, потребуется некоторое время. Но иного способа попасть в храм у нас нет. Сэр, Талдаримы мобилизуют войска для атаки. Организуем защитный периметр и обороняем установку, пока не доберемся до артефакта. Хорошо, что у нас есть осадные танки. Кого подлатать? Кому навешать? Бегу, Мор! Положись на меня! Окружите установку бункерами и осадными танками. Если ее разрушат, нам никогда не добраться до артефакта. ЖСМ готов! В пути! Я воронку делать будем! Что происходит? ЖСМ готов! Есть! Готов. Сэр, я получил доступ к тому, что осталось от сенсорной сети Мёбиуса. Я загружу данные на карту, чтобы вы знали, чего ждать от Талдаримов. Пристройка завершена. Есть, ты нападёшь! Мы теряем время. Где тут раненые? ЖСМ готов. Дополнительные хранилища. Круто!
новенького! Я уже заждался! Улучшение завершено. ТСМ готов! Сейчас рванет! А? ТСМ готов! Есть нападет! Протосские архонты. Если они подойдут достаточно близко, наши люди не выстоят. Перевожу лазерный бур в режим ручного управления. Можете использовать его для уничтожения протосов. Слышали? Разворачивайте лазер. Так мы сможем отогнать долдаримов. Улучшение завершено. Завершена. Доктора вызывали? Задело? Здесь нельзя строить. Полный вперед! Говори громче! Лазерный бур пробил внешний уровень защиты. Доктора вызывали? Thank you.
марше! Сола на ударных! Тревога. Приближаются воздушные войска противника. Черт подери! Это не просто корабли, это транспорт! Сбивайте их лазером! Я обнаружил излучение от нескольких протосских реликвий. Я отметил их местоположение на вашей карте. Ну, если будет время, мы можем разнести хранилище лазером и забрать реликвии. Вот Стэтман обрадуется. Доктора вызывали? Доктора вызывали? Клев на связи. Давай, удиви меня! Точняк!
ударим их интеллектом. Вас понял. Месторождение минералов выработано. Все понятно. Бегом! Лазерный бур пробивает тепловой барьер главных врат. Вооружен и опасен. Будет сделано. Клев на связи. Давай, удиви меня. Месторождение минералов выработано. Сэр, на подходе еще корабли. Нужно сбить их, иначе протосы высадятся прямо нам на головы. База атакована. Требуется помощь.